Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Сейчас мы с вами находимся на странице нашего сайта LPFO Pro в разделе номер 7. Здесь представлены все наши текущие контрагенты, с которыми мы работаем непосредственно вот в данный момент на период 24.08.2020. Значит, информация будет очень краткой для контрагентов. Смысл в том, что осень, впереди у нас сентябрь, октябрь, ноябрь. Большинство наших контрагентов планируют свои обследования именно на этот период. И хочу донести до вас следующую информацию. Некоторые наши работники сейчас уехали обучаться, потому что начинается не только период, как бы, да, учебы, да, то есть не только работа, но и учеба. Значит, прошу отнестись к этому с пониманием. То есть у нас некоторые сотрудники уехали в командировки, разъехались по командировкам. Один сотрудник в отпуске, два сотрудника у нас на учебе. Ну и, соответственно, прошу отнестись с пониманием, что возможно некоторые задержки в обработке полученных от вас результатов ПФО. Ну, обычно мы обрабатываем результаты, стараемся это делать быстро, в течение 1-2 рабочих дней возможны, но это не точно, какие-либо задержки. Соответственно, вот, собственно, вся информация. Возможны задержки, но это не точно. Благодарю вас за внимание и удачи вам!